Игорь Дадон бессменно лидирует и в рейтинге народного доверия. В топ-5 также входят генпримар Кишинева, председатель парламента и премьер-министр страны. Авторы исследования отмечают, что рейтинги Иона Чебана и Иона Кику продолжают расти. Согласно исследованию, больше всего граждан, 37,6%, доверяют Игорю Дадону. Это первое место рейтинга. На втором месте председатель ПДС Майя Санду, 25,8%. На третьем месте генеральный примар Кишинева Ион Чебан с 24%. Следом председатель парламента Зинаиды Гречаной, 23,1%. И премьер-министр Ион Кику, 21,2%. Deci, practic, primele patru poziții s-au clasat persoane care, la moment, dețin funcții foarte importante sau... На первых четырех местах расположились те, кто в настоящее время занимают или занимали очень высокие должности в стране. Если сложить суммарно показатели «очень высокое доверие» и «просто высокое доверие», расположение немного меняется. Ион Чебан переходит на третье место. Он, по сути, становится второй значимой фигурой, представляющей партию социалистов, хотя и не является ее членом. Пятое место отходит Иону Кику – 21,2%. Отмечу, что за последние месяцы рейтинги Иона Ион Чебана и Иона Кику достаточно хорошо выросли. Опрос общественного мнения проводился в январе компанией iData по телефону, по собственной инициативе и на собственные средства. В исследовании приняли участие 1013 человек. Максимальная погрешность составляет плюс-минус 2,83%.